Они должны быть где-то здесь. Это они? Мы ищем бобы, не органы. Оу. Я не понимаю, вчера еще были в бобовом уголке. Может, ты их случайно выбросила? Эй, мусорщики никогда не выбрасывают отличную банку бобов. Особенно в ту, в которой 8 унций чистого гикори копченого блаженства. Не найдем ее к вечеру, оголодаем. Стоун, прекрати плакать, еще даже не полдень. А, это не я. Что за... Что это? Не знаю, какое-то мясо? Это ж младенец, балда! Ну, она не ошиблась. О, кто-то бросил тебя здесь. Классика Рамшекла, да? Что теперь? Выбросим его обратно? И продолжишь искать наши бобы! Что? Нет! Этот ребенок – драгоценный подарок природы. И он будет совсем один в мире без заботы. А как насчет приюта? Что за нах, Стоун? Все знают, что в приюте детям не место. А может, приютим его? Новый член банды, новый лучший друг! А как назовем? Может, что-то вроде... Личинус? Личинус. Потому что он похож на личинку, да? Согласен. Ладненько, Личинус, ты в карты играешь? Или банки там грабил, или облапошивал кого? О, мы можем научить его классическим уловкам. О, да. Запах мочи и новых возможностей. Площадь потех – место, где тусуются все толстосумы. Гляньте-ка на них. Богатенькие, богатей. В любом случае, сегодня Скип покажет тебе, как мы получаем деньги из их карманов в наши карманы. Это будет прям крещение огнем. Уже готов? Ты справишься. Порвите богачеев. Сожрите их целиком. Винни, ты помнишь, как мы на прошлой неделе мало наворовали и потом ели сапоги? Ха, не так и плохо было. На вкус, как и другие сапоги. Нет, я про... Как мы собираемся растить ребенка, если мы сами себя прокормить не способны? Ты ведь тоже был на месте Личинуса, забыл? Мы со Скипом нашли тебя под дождем на улице. Ты бы себя видел. В любом случае, Личинус теперь часть банды. У ложков вроде нас. На этой паскудной земле нет больше никого. Надо держаться вместе. И ползешь, как червячок. Ну, в твоем случае, как личинка. Вот так, хорош. Не волнуйся, я в тебя верю. И если что случится, мы втроем всегда прикроем тебе спину. Ясно? А вот и сигнал. Ну, айда! Да. Я заменила все ее свободное время на дополнительные репетиции. Так что Бейли ни за что не проиграет в этом году. Фу, ну и мерзость. Еще один мерзкий мусорщик. Такой юный, а уже наркоман и бездомный. Еще и побирается ради очередной дозы. О, баба! Бейли, будущая милашка к бомжам не тянет рук. И убери ухмылку, макияж испортишь. А вы знаете, что свобода самовыражения полезна для развития ребенка? Еще меня будут учить родительству кучка жалких... мусорщиков! О, боже мой! Скип? Прости, но так вышло. Блять, угомоните ее уже! Свобода! Вау! Ебать копать, вот это я понимаю, мусорщик! Да ты у нас настоящий Жина Секс-Ква, да? Эй, приветствую в банде. Стоун! Личинус, ну ты жёшь! Ты буквально сожрал богача! Вот это талант! Не хочу портить момент, но если не придумаем чё-нибудь, то у нас скоро будут опять сапоги на ужин. Оу.
нападать на нашего личинуса? Да ты улицы попутал! Погодите, это приглашение на конкурс следующей милашки Рамшекла. Их глупый ежегодный детский конкурс? Да, он переоценен. Но победитель получит $10! Привьем Винни от бешенства, поедим и еще на бобы хватит! Та-та-та-та! Черт, собрался выиграть? Кишка-то не тонка. Это мероприятие для богачей. А-ва-ва-ва-ва! Хм, просто отличная мысль, Тугасерия! Добро пожаловать на 35-й ежегодный конкурс следующей милашки Рамшекла, где самый безупречный и умелый младенец станет следующим лицом каждой рекламы, каждого фильма, каждой коробки с хлопьями. Вас ждет слава и статус знаменитости, а также $10! Чей ребенок будет следующей милашкой Рамшекла? Мы узнаем это сегодня! Простите, извините. Хочу получше видеть карапузика нашего. Прежде чем начнем самый эпичный и лучший конкурс в году, сообщение от нашего спонсора. Следующая милашка Рамшекла спонсируется компанией «Хикикори Копченые Бобы». Купи сегодня, или будешь голодать. Хорошо, у нас будет жесткая конкуренция в этом году. Первая идет действующая чемпионка Тейли. Она может сделать сальто назад, но только когда никто не смотрит. Дорогая, твои бантики ужасны. Я отрекусь от тебя, как только все это закончится. У нас также есть Джейден от семьи Брейден. Он может общаться с помощью телепатии, но только с собой. Джейден, только посмей запятнать славное имя Брейденов, или мы изгоним тебя в пустошь. Блин, эти толстосумы жестят. Следующий претендент — Личинус. Я правильно прочитал? Давай! Вы трое думаете, что выиграете? Позвольте спросить у вас кое-что. А вы заставляли своего ребенка придерживаться строгой диеты и тренироваться по 82 часа в день? Нет. Я так и думала. Победу вам суждено увидеть только в своих снах. Вы не поверите, господа. Личинус танцует, как червь. Нет, как личинка. Это офигенно! Даже у судьи крышу снесло! Буквально! Очевидно, что лучше уже не будет, так что плевать на остальных участников. Победитель 35-го ежегодного конкурса, следующая милашка Рамшекла, это... Личинус! Да, ты информатор из тебя! Мое дитя заслужило победу, а не этот мешок бульбы! Улыбнись, подберем-ка кадры получше. Мистер, вы как-то связаны с насекомыми, а также здесь, вы все еще сосете сиську и считаете ли это? Я в жарком состоянии на свой спрей-загар! Личинус! Все в порядке, малыш, мы рядом с тобой. Дайте нам деньги, и мы уйдем. Увы, нет. Такова жизнь милашки. У нас запланировано интервью с виноградной лозой и газетой «Сплетни». Да ты чё, не видишь, что ему грустно? Господи, хорош уже! Короче, к чёрту вас толстосумы и ваши постоянные понты! А вы попробуйте пожить на улицах, вдруг, даже не знаю, у вас сочувствие появится? Вы что, уличные? Вы все мусорщики? Ох, вам нельзя здесь находиться! Возвращайтесь в свои трущобы! Бедняки! 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 Фу! Я срочно бедняки! Требую вашего... Бедняки! Менеджера! Ну вот, мы опять влипли. Да прорвемся! Не зря ж мы мусорщики. Скип, унеси отсюда личинуса. Хорошо. Хорошо. Вам нужен менеджер? Знаете чё? Я и есть менеджер! Всё купает в срок, поймёшь ли все вдох, сейчас плачешь ты сполна. Мы оба знаем, что твой предрешён исход. Кажется, что сломить наш дух нельзя. Они живут за деньги с показухи и потом. Спасти хотят
Личинус? Черт, они реально быстро растут. Здравствуйте, люди. Я, существо божественной природы, пришел сюда судить нравственность вашу. Я явился миру под видом слабого ребенка, ищущего убежище, и я ухожу просвещенным. Мои глаза открылись истинной природе Рамшекла. Я считаю вас недостойными. Ваш город, погруженный в глубины безнравственности, утопает в своем обжорстве и горделиво разносит свою жадность. Что касается вас, мои дорогие благотворители, хотя вы тоже не без греха, и Бог запрещает вам троим размножаться, ваши сердца добры и благонамерены. Ваши узы дружбы сильны. И время, которое я провел с вами тремя смертными, подарило мне глубокое чувство единства. Поэтому имя Личинус, что вы мне даровали, всегда будет согревать мое сердце. За вашу доброту я дарую вам 3 цента и 8 унций копченых бобов. Теперь я должен уйти, ибо я выполнил свою миссию. Личинус! Мы тебя не забудем! Рады были знакомству! Взаимно, Скип. Взаимно. Чел, мусорщик однажды, мусорщик навсегда! Заглядывай в переулки трущоб, если будешь рядом! Это за тебя. Спасибо вам большое, малыши. А, точно. И последнее, что нужно сделать... Божественный суд! Прощайте, смертные. Живите долго и процветайте, процветайте, процветайте. Давай, пока, увидимся еще! Мне его будет не хватать. Да, и вот я снова с вами двумя придурками. Он, кажется, упоминал бобы. Бобы! Вообще не подымлю, как печка, очень жду инфаркт. Я когда-нибудь свалю, буду мыться и работать, я всю жизнь так говорю. И до смерти буду, и в аду вам всем повторю. Не грязь душой, нет места